Всем привет! Задали такой интересный вопрос, что будет, если к сенсорному выключателю подвести не фазу, а ноль. То есть бывает ошибочно, подводят ноль по незнанию вместо фазы. То есть разрыв должен быть по фазе. Я сейчас покажу схему подключения наглядно, скажем так, как она должна быть. И попробуем вместе посмотреть, что будет, если ноль подвести вместо фазы. Вот это вот у нас источник питания. Подходит у нас кабель. Здесь будет, грубо говоря, у нас распределительная коробка. Это у нас потребитель. В данном случае это точечный светильник. И сам выключатель. Сначала нужно определиться с фазой. Фаза у нас, проверяем, серенький. Серый у нас, видим, под напряжением, белый 0. Индикаторная отвертка проверяем еще на всякий случай, если не доверять. Здесь серый у нас фаза, белый 0. Дальше смотрим, если подключаем напрямую, не имеет значения, как подключать светильник, фаза 0, я имею в виду. Вот фаза. Все работает. Есть. Подключил я сенсорный выключатель. Но у меня двухклавишный свободный остался. Подключен он у меня. L. Это у нас питание подходит, которое. И на L3 я на клавишу подвел. Это у нас будет идти к самому потребителю, то есть к лампочке, к светильнику. Итак, давайте начнем сначала нормально, как должно быть. То есть мы напрямую 0 у нас к потребителю на лампочку. А фаза в разрыв через выключатель. То есть L подключаем к источнику питания на плюс. И L3, который у нас подключен, на лампочку. Все, мы подключили, проверяем. Все работает. Отключаем сначала фазу. Отключили. И меняем местами. Также у нас напрямую на светильник будет идти фаза, то есть плюс. А в разрыв сделаем минус. L минус питание, L3, это уже минус, пойдет на источник, точнее на потребитель, будь то двигатель какой-либо, вентилятор может быть подключен, там лампочка, что угодно, не имеет значения. И вот что у нас получилось через ноль. Сенсорный выключатель данный у нас работает. То есть бывает, путают, случайно подводят 0. Если такое произошло, выключатель у вас будет работать.